Ребята, всем привет! Это Паша Веспер, добро пожаловать на канал. Мы сегодня снова играем в супермаркет симулятор. Я вот все в поисках Гали Отмена. Сегодня мы должны ее найти. И все жду, когда будет 10 уровень магазина, потому что 10 уровень магазина позволит нам нанять Галю, которая будет отмена, которая будет продавец, которая сядет за меня на кассу, которая будет продавать. А я буду что? А я буду заниматься важными делами, закупками, вот это вот все, развивать магазин, бизнес. Что я сижу за кассой, трачу время, надоело, не хочу. Хватит это терпеть. Я лучше зарплату буду платить, правильно? Поэтому давайте начинать. Я хочу Галю отмену сегодня нанять. Кровь из носу. Из носу, так говорят. Так говорят, поэтому давайте продолжаем. На чем мы там остановились? Смотри-ка, ночь, темнота. Ночь, темнота, никого нет. Магазин почему-то, говорят, открыт. На самом деле он закрыт. Хотя пускай постоянно открыт будет. Постоянно открыт, все равно ночью никто не приходит. Завершаем рабочий день, который я не завершил в прошлой серии, по всей видимости. Мало денег почему-то заработал. Начать следующий день. Смотри, мука и сыр подорожали. Мука с сыром-то подорожали. Хорошо, что ничего не подешевело. 3,8. Так, это сыр, подожди. Мука. А какая мука? Мне теперь почему-то две... Цена не проставлена на новые товары. Это я как торговал-то? Я же на новых товарах, получается, вообще ничего не заработал, если у меня что-то покупали. Ну, вроде сильно много не взяли. Смотри, полки... Полки целые. Подожди, а где еще новые товары? Вот тоже ни хрена. Ой, какой кошмар. Вот это я бизнесмен хренов. Подожди, нет, 6,6 тут. 6,6. Вот это я бизнесмен. Соль вон тоже без цены стоит. 2 доллара стоит соль. Отлично. Так, вот еще без цены. Ужас. Ужас. А я думаю, что я ничего не зарабатываю. Вот это без цены. 5,6. 5,6. 5,6. Все, теперь все со стоимостью. Везде ценники нормальные. Потому что, знаешь что, по закону-то как? Продавец обязан продать товар по той цене, которая на ценнике. Если сотрудники магазина не успели сменить ценники, то это проблема магазина. А у меня на ценниках ноль. Я должен бесплатно товар раздавать. Это хорошо, что никакие покупатели тут у меня юридически не подкованы. Сейчас бы пришлось все бесплатно раздавать. Ты представляешь, какой кошмар? Так, ладно. Ладно, у меня подготовлена корзина к покупке. Да, смотри. Я подготовил все. В прошлой серии, какой я прошлосерийный молодец. Так, масло расставляем. Чем я его? Куда-то его... А? Нет. Неудобно как-то. Ой, неправильно растыкиваю. Правильно растыкиваю товар. Где у меня еще был хлеб? Давай его сюда наверх. Нормально. Пойдет. Чаечек. Сюда вот доставим. Куда еще? Давай вот сюда. А? Мне не нравится, когда полки не полные. Нравится. И что, я сейчас одну муку, что ли, буду ставить? Да не хочу я одну муку ставить. Только полку забью. Чикапики. Отлично. Там у меня какая-то коробка стоит, кстати. Что здесь? Одна водичка. Да, ее. Чего ни водичку никто не купил? Ни одну водичку не купили. Это что такое вообще? Ни одну водичку не купил. Так, стой, надо еще что-то. Полки-то пустые. Не должны быть полки пустыми в магазине. Не должны быть. Хлеб есть, мука, макароны, спагетти, кофеек. Кофеек можно взять, но, по-моему, дорогой. Мне, возможно, даже на него... Сколько стоит кофе? 63, да, мне не хватит. Ладно, давай так начинаем. Давай так начинаем рабочий день. В принципе, я думаю, что мы на новых товарах заработаем, потому что потребительская корзина расширена. Следовательно, как я думаю, все должно работать. Сейчас покупатели будут приходить и покупать одновременно большее количество товаров и тратить больше денег, потому что что? Ассортимент-то расширен в магазине. Подожди, я открыл, а что, никто не идет? 8 утра, алло. А давай по городу прогуляемся. Чё? Город огромный.
Город огромный, а взаимодействие какое-то. Или может быть еще. Не, ну, игра в начальном доступе, но вот почему? Я гулять могу, а взаимодействие никак. Может, потом появится. Ну, типа, вырастет какой-то функционал, и я смогу куда-нибудь гулять. Так, вода, вода. Маслица взял. Ага, деньги давай. 50 центов тебе. Пожалуйста, вот. Жалко в целом. Жай, конечно. Соль набирает, смотри. И чека пить. Вот, сейчас, сейчас, сейчас должно попереть. Сейчас должно попереть. Ага, без дачи. Приходите к нам еще. Еще приходите к нам. Вот так. Блин, ну все равно. Блин. Я хочу, чтобы они хотя бы там на 50 долларов набирали. А я ему насчитал. По 50 долларов хотя бы набирали. Они вон все по 30 набирают. Мало как-то. Я не понимаю тогда, зачем расширять ассортимент, если они больше не начинают покупать. Какой смысл-то в этом? Я считаю, что игра должна как быть устроена. Как быть устроена? Ну, вы поняли, вы поняли. Расширяешь ассортимент, они начинают больше покупать. Они не начинают. Приходят за одной мукой, и все, и уходят. Это что такое вообще? Вон, две воды и масло. Меня вообще это не устраивает. Совершенно. Ну где тебе, блядь? Злите, злите меня. Злите все меня, покупатели. Хочу, чтобы много покупали, а не мало покупали. Так, чувак в свитере. Спагетти. Ага, ага. 2 доллара тебе сдать. Да, просто, пожалуйста. Чувак в шортах. Блин, погода хорошая. Я, конечно, да, в шортах. Я бы тоже походил сейчас в шортах. Солнце светит. Вон какая погода прекрасная. А у меня за окном что-то вообще не такая. У меня там снег. 70 центов. Тык, 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 тык. Драй. Они со своими пакетами приходят. Я задавался уже этим вопросом, почему я ему им пакеты я не барыжу, не продаю. Я бы зарабатывал дополнительно. Я уверен, могу... О! 52... Вот! Это рекорд. Это рекорд. На 52 доллара набрал. Красавчик. О-хо-хо-хо! Поперло! Поперло! Начали нормально брать. Так, ты чё? Два яйца. Ну ты в свитере сразу видно, что тебе два яйца и ушел. Два яйца, два кольца, посередине гвоздик. Или как там загадка была? Ножницы. Что кто? Так, 3.50. Погиб. Ну, вроде деньги-то прибавляются, смотри. Вот так нормально. Сколько будет денег? Сколько денег? 40... Вот, вот это хорошо. Все, значит, я все правильно думал. Я правильно размышлял. Размышлял. Два мышлял. Правильно размышлял. А, больше товаров, больше покупают. 9.70. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. 28.40. Девятый уровень магазина. Девятый. Нужен десятый. Видимо, все-таки действительно в этой серии мы справимся. Справимся. Я, мне кажется, еще один рабочий день проведем, и точно нам уже хватит и на Галю, и будет уже десятый, возможно, даже после этого рабочего дня. Хотя, не, еще один. Еще один рабочий день, и Галина встанет сюда вместо меня. Я жду это сильно. Но я только не понимаю, чем я буду заниматься в таком случае. Но я что-нибудь придумаю. Это проблема работающих людей. Их разгружают, а они такие уже не знают, чем заняться. Их начинает вот эта вот тревога пожирать, знаешь, вот это вот. Трудоголики вот так себя ведут. Вы, может, не знаете, но я вам рассказываю, поэтому. Есть такое. Так. Свет включить. Уже вечер наступил. Я распрыгался. Ага. Сдачи, красава. Пятюньку тебе. Пятюнечку. Тык, тык, тык.
Денюшка, без сдачи. 6 часов вечера. Пол седьмого уже. Уже пол седьмого. Я думаю, сейчас спокойно тогда отработаем. И надо будет опять заказывать, смотри. Все, они все раскупили. Сейчас надо будет думать, чего хватает, чего не хватает. Мне нужен какой-то кладовщик. Какой-то кладовщик, который за меня вот эти вот все заявки на покупку товара будет делать. Ну не подеритесь там, макароны последние разбирают. Прикинь, прикинь, прям встали в одну полку, друг в друга вошли. Друг в друга вошли и за макарон чуть не подрались. Да, дешевые, ну драться-то не надо, всем хватит, нормально все. Так, что там, подожди, не понял. 26,80, значит, да? 26,80. Вот, молодец, сразу видно опять-таки в пиджаке. Мне очень нравятся ребята в пиджаках. Они приходят на 50 долларов, набирают и уходят. Ну, в среднем, я имею в виду. В среднем. А чё, вон тоже барышня, да, смотри-ка. 47. А, наличка без сдачи. А мужики в рубашках без сдачи зато дают. Молодцы. Вот, что-то нравится начали мне покупатели. Только что не нравились, а теперь ну, прям сразу начали нравиться. Я все вредничал, говорю, покупайте больше, а вот они начали больше покупать. Так, 9 вечера. Ладно, дождемся тогда вот эту бабенку. Ага. Ага. 13. Так, ты, наверное, последний покупатель, я так предполагаю. За сегодня. Все, последний. Нет, еще идут. Так, 9 вечера! Вчера уже, куда вы идете-то все? А? Ну, конечно, все закончилось, уже ночь на дворе. 10 центов, на, забирай. Все, ну хватит, уже хватит. Так, смотрим. А, давай, кстати, расставим, что тут. А, какая-то мукенка у меня тут одна недоставленная. Мукенка. Мукенка. Это водица. Всем нам пригодится. И теперь давай думать, чего не хватает. Вот эти вот размышления вечные. Одно молоко заказываем. Одно молоко. Вот оно есть. Двое яиц. Одно молоко, двое яиц. Сыр. Где сыр-то? Сыр где? Сыр. Это что касается холодильника. А дальше. Все разобрали, реально. Дальше, подожди. Так, чекопики. Хлеб. Хлеб, ну мне тоже хлеб нужен. Мука. Да и мука нужна. Мне все, они все раскупили. Масло надо? Масло надо. Это жесть. Макароны. Макароны вообще нету. Две надо брать. Сахарная пудра. Всю забрали. Тоже две берем. Вода есть, сыр есть, кофе. Кофе надо. Яйца. Яйца я уже набрал, молоко набрал, чай, чай, по-моему, есть. Да, чай не будем брать, чай еще есть. Дальше, арахисовое масло, ну, надо брать. И муку, видимо, надо брать. И масло. Спагетти нужно. Спагетти, охренеть! Вот так тогда, видимо. А, ну, не так и много, кстати. Все, заканчиваем рабочий день. Еще пол уровня и Галя наша. Еще пол уровня и Галя наша. Так, заказываем. Есть. Пошли расставлять. Это у нас хлебасик. Хлебасик. А? Я не знаю, что это. Макароны. Панзатти. Панзатти. Еще одни макароны. Так, мука. Ну, такой магазинчик у дома получается. 24 часа, знаешь, там торгуют. Вот такой же. Такой же и у меня. Но он пользуется популярностью. Сюда. Блин, молоко я фигово расставил. Ладно, пойдет. Это что такое? Чекопики.
Надо было еще заказать. Я мало заказал. Мало заказал, смотри. У меня все пустое. Все пустое. Еще я. Видишь, куда забивать-то? Даже холодильник не забили. Капец, нужно еще заказ делать. А, молоко, сыр еще один давай закажем. Надо подзабить, ну иначе это что это такое? По хлеба. А... Подожди, я же арахис тоже заказывал. А где? Я не дозаказал, что ли? Как так вышло? Тогда еще одну арахисовую берем. А... Соль где? Я же это все тыкал. Соль. Рис. Оно не тыкнулось! Спагетти оливковая. Почему оно не тыкнулось? Я же тыкнул. А, вот это вот. Тоже нет. Я сейчас на доставку потрачусь. А, я и думаю, что так дешево было. Курьер, смотри, мудак какой. Бросил продукты. Постоянно так делает. Я его никак поймать не могу, он неуловимый. Неуловимый курьер. Так, сырок. Ага. У меня рабочий... А, смотри, а время-то на паузе. Я думал, я время трачу, пока вот эти всеми покупками занимаюсь. Но время на паузе. То есть, пока я не открою магазин, рабочий день не начинается. А то я бы весь рабочий день здесь все это расставлял. А потом, когда продавать? Было бы некогда продавать. Ну хорошо, что это вот так вот работает. Это прекрасно. Это хорошо. Это хорошечно. Замечательнечно. Ага. Ну и чё, и пойдет нормально? Пустоватенько, конечно. Надо было бы еще заказать. Но я думаю, пойдет. Нам один день продержаться, чтобы Галю поставить. Но там опять надо будет делать закупки. Но там уже Галя будет на кассе. Ага, алло. Где опять покупатели? Алло! Стою как дурак один тут. В открытом магазине. Рис взял. Что ты там еще возьмешь? Яички. Ага, муки. Чего там тебе еще надо? Рис, чикапики, чикапики. Спагеттосы. Может еще что-нибудь? Слушай, ну хорошо набирает. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Денежку дал, без сдачи. Нет, короче, я понял. Надо сразу попутно заказывать. Сразу попутно делать третий заказ. С ума сойти. Они просто бешеные. И, наверное, каждую штуку по две надо заказывать сразу. А я знаю, что сделаю. Я даже запариваться не буду. Зачем я запариваюсь? Смотри. Да подождите вы там. Зачем я трачу на это время, на эту аналитику, чего у меня много, чего немного. Деньги-то, в принципе, есть. Мы можем просто сделать, набить вот такую корзинищу. Каждого товара по две позиции. Они... А-а-а! Я понял! Не больше 10 позиций в одну доставку можно. Это отстой. Ух, я там натыкиваю, а оно не натыкивается. Игра, что ты со мной делаешь-то? Так, что там у тебя? Деньги? Ага. Чай тебе. Сдачи хотя бы, и то хорошо. Пик-пик-пик. 80 центов. Дальше. 3,90. Я думаю, что не так? А ну, вон оно, что не так. Только 10 позиций в одну доставку. Но это очень фигово. Плохонько. Сахарная пудра кончилась. Когда вы успели ее разобрать? Так, что там? А, 60 центов. Пик-пик-пик-пик. Почти десятый. Почти десятый. Деньги. Сдачи.
Так, ладно, пока давай сразу смотреть, на чем я остановился. Два напасти. Напасти. Так, купить. Напасти. А паста это какая? Вот, паста. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Заказываем. Остановились на яйцах. Остановились на яйцах. И остановились. Припарковались буквально. Так, 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 так. Теперь на оливковом. А теперь денег не хватает. Все, сейчас заработаем. Сейчас заработаем. Карта. 30. 90. 6,60. Ну мало чего-то, давайте закупайтесь. 8. 30. Все, забирай. Слушайте, слушайте, слушайте. Я тут много товара. Много, чтобы вы не жаловались, что у меня ничего нет на полках. Сейчас все расставлять буду, подождете, значит. Ага, вот это сюда. Подождите чуть-чуть. Ну чуть-чуть, подождите, ну совсем немного. Все, смотри, вот сейчас немножко рассчитал, немножко пораставлял товары. Рассчитал, пораставлял. Вот сейчас будем так работать. А как? По-другому. У меня работников нет, руки одни. Две руки у меня всего лишь. Так, давай. Ага. По ночам уже устал работать. Закрываю магазин, потом только все расставлять приходится. А спать когда? Кофе нету. Конечно, кофе нет, я расставить его не успеваю тут с вами. Ага. Все, ждете. Ждете. Это водичка. Так, есть. И вот сюда ее доставляем еще. Вон там еще вода. Да хрена воды. Так, вот сюда. Ждете, говорю, ждете. Яйца. Тихо. Все, да? Так, яйца. Ну, чуть-чуть, подождите. Доставили муку. Сейчас еще одну коробочку и рассчитывать иду вас. Честное слово. Честное-пречестное. Пионерское буквально. Все, иду. Иду, иду, кассир на месте, алло. Ага. Дальше, следующий. Хлебушек. Сдачите. Ни хера себе, блядь. Ага. А чем мы в темноте-то сидим? Деньги давай. Хорошо. 42. 42 и 9. Так. Так, денежку даешь. 90. Да, опять размен. Мне такое ощущение, что они деньги разменивают. Это фальшивые монетчики какие-нибудь. Нихера себе ты набрал! 65! Это рекорд новый, новый рекорд! Так. Ну, это по сравнению с тем парнем, ты, конечно, вообще два чая купил. Понял. Так, 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 так. $1. Птица. Не могу их обманывать. Я в прошлой серии, по-моему, говорил, что хочу попробовать их пообманывать, типа не додавать им сдачи. Но я слишком честный. Слишком честный. Так, кофеек давай расставим, кстати. Где он был? Слишком честный. Не позволяет мне вот эта вот какая-то внутренняя честность обманывать покупателя. Не получается обманывать. Пробую, но не получается. Так, это сырок. Сырок уже полный. Сырок уже полный. Сейчас, ребят, погодите, погодите. Чекопики расставлю и сразу к вам. Еще коробочку и обслужу. Честное, пионерское. Так. Ага. А, это пустое. Оно же пустое. Все, иду, 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 иду. Иду, иду, иду. Не орите. Так, 15,90. Следующий. Ага, ага. Пасту арахисовую она берет. Пасту арахисовую. Так. Наличка, без дачи. Пятюньку тебе. Отвешал.
40 и 8. 10 уровень магазина! Так, без дачи. Так, 16 и 6. 16. Ю-ху! Так, сразу натыкаем. Ой, блин. Оливковая масло. Ладно. Давай тогда из того, что есть, дорасставляем. А где яйца вообще? Ага. Яйца дорасставлял. Что тут еще у меня? Хлеб. Вон они уже успели раскупить. Водичка. Ага. Водички много, кстати. Так, мукичка. Водичка и мукичка. Смотри, уже скупили все. Я не успеваю расставливать. Расставливать не успеваю, они все скупают. Так, масло. Давай вторую полку масла тоже набьем. Завтра Галя на работу выходит. Надо все подготовить, чтобы она пришла. И такая подумала: о-о-о, в какой я магазин устроилась. В таком магазине я буду стараться работать вообще как супер работник. Вот это хороший магазин. Это я хорошо устроилась. Чтобы вот так вот дали. Первое впечатление проявить. Хороший магазин, потому что. Хлеб. Да хлеба много у меня. Ну, бардак небольшой. Ну, а что такого? Кофеек. Вторая полка в кофе будет. Маслица. Просто не магазин, а помойка в итоге. Ладно. Все, завершаем рабочий день. Завершаем. Хорошо. Начать следующий день. Сахарная пудра подешевела, а паста подорожала. Утро пудра подешевела, паста подорожала. 4 и 6. А паста это кто? Паста это кто? Ты паста? Да, ты паста. 3 и 6. Отлично. А, занимаемся теперь работой вот этой. Остановились мы на оливковом масле в прошлый раз. А, раз, два. Раз, два. Раз, два. А, купить. И... Что мы делаем еще? Нанимаем Галю. А точно, подожди, хватает все. Да. Так, кассир есть. А что за пожар? Перевод корявый, что ли? Так, а где Галя? Появилась Галя? Галя! Да ты не Галя, ни хрена! Ты вообще не Галя! Ты, блядь... Я, блядь... Да, ну нет! Это не... Да какой, ну, я Галю ждал, я тебе как карту отмены вот эту доверю? Игра! Это ужас вообще. Моя вселенная прежней не будет. Ну, хорошо, ты будешь Гена тогда, реально, ну, типа как мужская версия Гали, но это вообще не то, что нужно. А ты расставлять мне будешь помогать? Потому что Галя бы помогла. 100%. А ты стоишь как, не знаю, кто там, как, кто стоит. Кто стоит? Так. Ну как так-то, почему не Галя? Прикинь. Это вообще, это разрыв шаблона. Мой мир прежним не будет. Я не знаю. Я делал большие ставки на эту игру, но ставка не сыграла. Ну так бывает, я понимаю, но... Ну что теперь? Не, хотя с другой стороны, а может это Галя? Ну просто так выглядит. Осуждать я не вправе, может это и Галя. Так, молочко. Очко, иди в очко.
Так это что вообще? А у меня этих нету. Я что-то все расставил, смотри. Да. Я муку эту дену. Куда мне ее ставить-то? А это что? Это такая же. А мне некуда ее ставить. Мне еще один стеллаж нужен, что? Вот отстой. Мне не влазят товары. Как гена-то работать будет? Мне склад нужен. Это вообще. Окей. Ладно. Очко было уже. Ну. Ладно, давай. Давай еще одну полку с паком сделаем. С холодильником у меня все нормально. С холодильником все нормально у меня. Так, спагеттосы. Спагеттосы. Здесь что? Чаек. Чаек тоже целая полка. Это арахисовую пасту надо выставить, у меня все будет полностью забито. Это, наверное, она. Нет, это рис. А риса тоже не... Рис тоже некуда ставить. Блин. Еще один рис. Давай тогда покупать еще один стеллаж. А у меня денег на него нет. А можно убирать этого? Нет, нельзя убирать того. Кошмар. Ну это кошмар. Смотри, полностью все забито. А, нет, рис есть. Рис есть. У меня получается только муку некуда было засунуть. В принципе, они какой-нибудь товар раскупят. Ну а когда они его раскупят, я все полки забил. Нет, нужен еще один стеллаж. Все, начинаем. А че, начинаем рабочий день? У меня же теперь Гена. У меня теперь Геннадий, я теперь могу... Я теперь вообще много всего могу, я теперь всемогущий. Я всемогущий теперь продавец. Сейчас посмотрим, как он работает вообще. Может, он хреновый работник, может он. Но он стоит, не улыбается даже. А мне есть какие-то счета, которые я платить должен? Погоди, вот счета, например. Бать, реально. Подожди, а что это такое? Что это за платежи? За что? А, это за аренду. Все, я все заплатил. Дорого. Склад. Да, косарь. Ага, кассир второй, кассир третий. Четыре кассира можно поставить. Хорошо. За 350 можно расшириться. Но мне пока расширяться... Хотя... Ну вот когда мы следующую лицензию купим, нужно будет еще покупать стеллажи. Смотри, смотри, ну-ка. Пикает. Ну как-то медленно пикает. Я намного быстрее все пикал. Я намного быстрее, чем Гена. Мне надо расширять магазин, ставить вторую кассу, кучу с полок делать и вставать самому. Потому что Гена это, конечно, да. Гена это как дополнительный, хорошо. Но смотри, какой он медленный. Это же ужас. Медлительный на зарплате. Я нормально ему денег плачу. Почему так медленно работаем? Муки нет, да и без вас знаю, что муки нет. Я же ее не поставил на полке. Откуда бы она взялась? Вот, блядь, одной муки нет? И он, муки нет. Вот, вот. Ой. Именно за ней ты шел, да, сегодня? Смотри, я могу теперь гулять. Я теперь могу гулять, я свободен. Пойдем прогуляемся. Я в кои-то веки могу вот просто прогуляться по городу. Тут вон Феррари какая-то в пробке стоит, смотри. Мне бы не заблудиться только. Прыгнуть могу? Все, смотри. Феррари. Ну-ка. На превьюшку пойдешь? Погоди. Погоди. Ну смотри, какая она офигенная. Хорош. Что тут еще есть? Город-то не маленький, ты глянь. Тут прям кипит жизнь. Птички поют. Как машины никуда не едут. Кирпич. Ну, хороший городок, да? Фудхаус, спа-центр, все есть. Для жизни все есть. Очень уютно. Деревья, улочки. Улочки. А вот мой магазин, да? Да. Гена работает. Я теперь свободный.
Сколько денег? $300 мне уже заработал Геннадий. Ладно, хорошо. Следующий шаг какой? За 350 мне нужно расширить супермаркет, наверное. Я буду расширять. Давай, заработай мне уже там быстрее. Все, 350 есть. Купить. И как это выглядит? Так это отстой. Подожди, а как мне передвинуть? А, вот нести, держать. Понял. Я же зажал. Да, подожди ты. А, вот так. Вот так, да? Ну давай вот так, хорошо. Сейчас мы все сделаем. Так, ну. Вот так. Есть. Хорошо. Да подожди ты. Красота! Ой, красота! Смотри, как мы расширились, да? Офигенно! Так, давай доставлять продукты. Это то, чем я могу заняться. Вот, рис. Рис купили? Красавчики. Красавчики, рис купили. Что еще там? Арахисовую пасту вон почти все раскупили. А у меня ее и нет, кстати. А, нет, есть. Хорош. Гена справляется. Прям дышать легче стало. Нет, Геннадий хорошее приобретение. Хорошее. Геннадий это хорошее приобретение для бизнеса. Отлично, Геннадий. Не Галя, конечно. Он тоже пойдет. Все, сольку всю расставили. Молоко. Молоко чуть плохо берете. Молоко полезно, там кальций для костей, вот это вот все. Хлеб разбирают. И хлеб. Вот он. А? Супер. Так, Гена, ты свет включать не умеешь, да? Так, рис кончился. Ну, почти. Где рис? Вот рис. Так, что там, что там? Что еще кончается? Су-су, забирайте вот эти две упаковки уже быстрее. Я муку выставлю наконец-то. Су-су, забирайте. Угу. Ну прям игра изменилась. Водичку одну, смотри. А коробка с одной водичкой никуда не годится. Ага. А Гена, интересно, после 9 будет задерживаться? Я вот задерживался. И ничего. И живой. А Гена будет? Это вопрос. Это вопрос. Так, я могу купить еще один стеллаж. А уже... А, я еще успеваю. Еще успеваю. Мне несколько секунд буквально. Несколько секунд буквально. Мебель. Купить полки. Все, погнали. Да, купить, купить, быстрей. Быстрей, 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 быстрей. Полки пришли. Вот сюда ставим. Но там потом по-другому надо, конечно, будет все выставлять. И сюда выставляем вот эту, которая не было. И сейчас мы здесь еще что-нибудь повыставляем. А, нет, водичку я никуда не дену. Это в холодильник. А молоко тоже никуда не смогу деть. Блядь, да и сыр. Что я не то беру? Это яйца. Вот, чаек. Хорош. Давайся. Что там еще? Вот мука. Очередь собрал-то, а? Ну, он очень медлительный. Медлительнейший. Ага.
Так, молоко, яйца, яйца, сыр, молоко. Вот какие-то штуки. Что это? Маслица. Все остальное для холодильника осталось исключить. Я все расставил. Я все расставил, а все остальное для холодоса. Да. Ну, сыр... Ну, не, нормально. Нормально. Че, у меня $400? 400 бачей. Сколько стоит еще одна касса? Как ее купить? 500 баксов. Дорого. 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 Дорого это. Давай еще, наверное, пару полок купим. Нет, полку и большой холодильник. Так. Но мне тогда денег не хватает. Тогда денег не хватает, тогда полку не будем брать. Купим только один большой холодильник. И то завтра. Все, Ген, спасибо за работу. Так как бы... А может кассу тоже, смотри, перевернуть немножко? Кажется, как выглядит. И нормально она стоит. Да, наверное, нормально. Наверное, нормально она стояла. Просто сзади Гены так отстойно все выглядит. Кажется, сзади Гены. Вот здесь еще тоже должны быть полки. Можно пройти, да. Вот здесь все в полках должно быть. Все, завершаем рабочий день. Завтра у нас что? А завтра у нас ничего, потому что на этом серии уже заканчиваю. Смотрю по таймеру. По таймеру уже пора. Поэтому, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Жду вас в Дискорде, жду вас в Телеграме, жду вас в группе ВКонтакте. До следующей серии. Всем пока.